границей были, даже паспорт каждый сам. Здравствуйте. 28 июня 2021 года. В эфире Алексей Шишов. Мы катимся по Тюмени. Решил коротенечкую зарисовочку просто сибирского, очень красивого, на мой взгляд, современного, нового, отстроенного. Ну, понятно, что это спальные районы, что все это действительно новостройки, что на сегодняшний день почти в любом городе найдешь такие районы. Ну, не знаю, что прикололо, вот решил там 30-секундную зарисовочку сделать. Ну, еще как бы опровержение мнения о том, что дороги и все деньги только в Москве. Вот дорога, отличная, как буллинговая дорожка, вот новостройки, которые потянут на небольшой, на несколько районных центров или на небольшой областной центр. И это, повторюсь, ну для меня, на, по крайней мере, вообще на краю географии, на краю мира, это город Тюмень. Всем всего доброго, спасибо.